В законодательном собрании Ульяновской области обсудили проблемы обманутых дольщиков. В настоящее время в Ульяновской области около 30 проблемных объектов жилищного строительства, вызывающих беспокойство у граждан и органов власти. Для решения вопроса в прошлом году было заключено соглашение с Фондом защиты прав граждан, участников долевого строительства о выделении из областного бюджета субсидий в размере 325 миллионов рублей. Деньги пошли на завершение строительства 7 проблемных объектов, застройщики которых признаны банкротами. Принято решение двигаться по самой прозрачной схеме расходования бюджетных средств. 25 февраля будут объявляться конкурсные процедуры на смену застройщика. Мы говорим сейчас о проблемных домах, которые строила компания «Запад». Депутатами комитета и участниками круглого стола рекомендовано министерству объективно информировать о всех мероприятиях, которые будут проведены. Министерство социальной защиты должно продолжать работу по поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, особенно в отношении многодетных и имеющих материальные трудности семей. Депутаты рекомендовали продолжить взаимодействие с Федеральным фондом по получению средств. Речь идет о тех домах, застройщик которых признан банкротом. По 5 объектам уже принято решение, по 2 вопрос решится в ближайшие 2 недели. Либо это будет достройка, либо выделение компенсации. Бесплатный телефон горячей линии по этим вопросам 8 800 350 46 46. Звонить с 8 до 17:00.